С праздником, с Днем Шахтера, наконец-то вы пришли, мы находимся тоже на этой сцене. В очередной раз газета «Ленинская» в преддверии Дня Шахтера проводит традиционный розыгрыш призов. Бытовая техника, аксессуары для интерьера, телефон, денежные премии, различные сертификаты и многое другое. Галина Кузьмина участвует в розыгрыше первый раз, собрала два комплекта специальных бланков и, как оказалось, не зря. В руках ленинск-кузнечанки сертификат на 3000 рублей от компании «Ленинск ТВ». Решила попробовать. Нужно сделать подарок в честь его 25-летия работы на одном месте шахте. Мне как удался, я так думаю. Удался! Удивительно. Мне говорили, что первый раз везет. Я попробовала, мне повезло. Я шла, думала, господи, ну хоть что-нибудь, ну пожалуйста, хоть первый раз и в подарок. Получилось. Семья Ольги Игольниковой на протяжении 3 лет собирают счастливые купоны. Но до юбилейного Дня шахтеров список счастливчиков попасть не удалось. Зато в этом году удача улыбнулась. Разыгрывать эти купоны. Мы разыгрывали 3 года этот купон. И наконец-то мы выиграли. Мы очень рады. Сюрпризы ждали не только тех, кто собирал ТВшки, но и тех, кто просто пришел на празднование Дня шахтера. Специально для них была подготовлена конкурсная программа. Все счастливчики, кто не смог по каким-либо причинам забрать свой выигрыш на площади торжеств, поспешите. Призы вас ждут по адресу улица Пушкина, 4А. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Список победителей будет опубликован в газете «Ленинск ТВ» в ближайшую среду, 30 августа.